Итак, с вами снова Разрушитель мифов. Я сегодня снова без напарника, но я думаю, это нам не помешает. В очередной раз возвращаюсь к теме атаки, звукоизвлечения, высекания и прочего. Уже снимал огромное количество материала на эту тему, но тем не менее, как показала практика, восприятие конкретно данной темы до сих пор, в 2024 году, продолжает, к моему удивлению, вызывать некие затруднения. В принципе, мне несложно еще раз повторить и повысить, скажем так, детальность и наглядность демонстрации всех этих явлений. Поэтому, как обычно, давайте мы сейчас на конкретных примерах все разберем. Я покажу в своем исполнении и правильный, и неправильный вариант, в чем разница. Объясню это все абсолютно с практической точки зрения, конкретными фактами, аргументами и так далее. В общем, как обычно, будет интересно. Поехали. Давайте сейчас на конкретных примерах разберемся, в чем же разница между нормальным высеканием в контексте метальных рифаков, будь то какой-то быстрый штрих, какая-то быстрая стружка, либо какой-то быстрый даунстрок, и бессмысленным ковырянием, соответственно, которое мы наблюдаем сплошь и рядом. Поехали. Итак, переменный штрих. Вот это высекание. Все читаемо, все четко, все строит. Вот это не высекание. То есть закапывание в струнах, огромное количество нестроя и так далее, соответственно. В чем же разница между двумя этими вариантами? Разница в контроле над техникой. В первом случае я четко понимаю, что я делаю. Я могу абсолютно контролировать четкость, ровность всей этой штуки. Во втором случае я просто закапываю в струне. Естественно, струна от этого очень громко лязгает облады, но какой-то мощи, ярости и злобной и резкой атаки мне это не прибавляет. Соответственно, в этом и заключается первый миф, который мы уже неоднократно затрагивали, а именно в том, что если вы играете так, что у вас струны очень жестко лязгают облады, это вообще ни разу не показатель того, что у вас какая-то супермощная атака и так далее. Разберем также на примере даунстрока теперь. Вот это нормальное высекание. Вот это не высекание. Даже, ну, реально смешно уже в очередной раз это все комментировать. Но, тем не менее, отличие снова в контроле над техникой. То есть, для того, чтобы херачить сильно вот так вот по струнам, чтобы они лязгали, для этого какого-то мастерства или ума много не надо. То есть, достаточно просто, как дурачок, давить на струны и все. А вот для того, чтобы четко все строило, вот, для этого нужен контроль над техникой и четкое понимание, как это работает с точки зрения законов физики. Опять же, почему чуваки, которые играют вот такой техникой, почему у них все звучит именно так, все не строит, постоянно закапывается и так далее? Причин здесь огромное количество, огромное количество факторов технических, которые на это влияют. Ну, во-первых, направление самого удара, во-вторых, угол медиатора, в-третьих, загрузка медиатора, в-четвертых, в целом, постановка руки, и можно продолжать до бесконечности. В правильном варианте у меня есть полный контроль над звукоизвлечением, и, соответственно, я абсолютно четко отдаю себе отчет, что там происходит с точки зрения законов физики. Также следующий миф, помимо вот этого лязгания, ну, опять же, касательно вот этих вот щелчков о лады, соответственно, струны, нужно четко понимать, что кроме как каких-то высокочастотных лишних призвуков вот этого лязга об эти железки и огромного количества шоркания медиатора об оплетку струны из-за вот этого вот излишнего давления и увеличения времени контакта медиатора со струной как следствие увеличение времени атаки,
ее замедление, по сути, по факту, потому что рука начинает больше напрягаться, больше преодолевать сопротивление при таком продирании через струны, и резкость атаки от этого страдает. Ну и, соответственно, кроме огромного количества нестроя и всех этих артефактов, мы в звуке не получаем какой-то там мощности, резкости, злости и так далее. Также многие еще ошибочно предполагают, что если вы начнете сильнее давить на струну, то якобы будет как-то громче, мощнее звучать, то есть какая-то динамика там появится и так далее. Дело в том, что перегруженный звук гитары сам по себе, он в принципе исключает какую-либо работу с динамикой. В том плане, что у вас одна и та же нота, сыгранная вот так вот, и сыгранная вот так вот. Ну, она не особо будет, два этих варианта не особо будут отличаться по громкости на самом деле. Вот, потому что чем больше перегруза, тем более они скомпрессированы. Ну и в принципе, при игре каких-то метальных рифаков, речь о какой-то динамике, она в принципе не особо уместна, потому что здесь в основном какая-либо акцентированность достигается скорее чередованием заполмьюченных и открытых нот. Вот такого плана. Дальше, соответственно, следующий миф заключается в том, что вообще, честно говоря, не знаю, откуда это взялось, но пару раз я слышал на просторах интернета такую тему, что типа для того, чтобы не было нестроя, вот, допустим, когда вы играете какие-то квинты, вот, нужно играть в гитару, якобы объясняется это тем, что когда мы играем в гитару, то струна продавливается в направлении ладов, и тем самым лязгает об лады, и сами лады препятствуют тому, чтобы струна колбасилась. Как следствие, нестроя будет мало. Не знаю, как можно было такой бред вообще придумать. Это уже не игра на гитаре, а какие-то соревнования по стрельбе из лука, где вместо тетивы используется струна гитары. То есть фишка в том, что мы же не все партии играем в гитару. И вообще не понимаю, зачем использовать сами по себе элементы гитары как некий ограничитель, если можно просто взять и нормальную технику себе поставить, при которой можете играть как угодно, и в гитару, и параллельно гитаре, и от гитары, и ни строя у вас при этом не будет. Более того, фактор того, строит у вас нота или нет, он даже не зависит от загрузки медиатора, я вам скажу больше. Допустим, в контексте даунстрока. Приведу пример. Я вот сейчас сыграю квинту, она будет, соответственно, строить. Ну, у меня гитара сама по себе в данном случае не идеально строит. Но вы можете наблюдать, что вот при более детальном, близком ракурсе, что когда я извлекаю эту квинту, у меня струны абсолютно остаются на месте. То есть я играю открытую квинту. Но опять же, гитара просто не идеально строит сама по себе. Но струны у меня не колбасятся, как у пацанов, которые вот так вот играют. Вот так уже, естественно, не строй более жесткий. Я могу так сыграть и с маленькой загрузкой, и с глубокой загрузкой. Потому что дело здесь не в загрузке, а именно в других технических параметрах, за счет которых я просто контролирую, чтобы у меня все строило. Причем не имеет значения, могу параллельно сыграть. Могу сыграть от гитары. И тоже у меня все будет строить, потому что я понимаю, как это работает. А не просто строю какие-то нелепые теории, типа там нужно играть в гитару и так далее. Полнейшая дичь. С этим разобрались, только что показал на конкретных примерах. Вот. Что еще здесь можно отметить, соответственно? Ну, вернемся к теме старой доброй глубокой загрузки в контексте, допустим, соляков. Тоже очень смешная и актуальная до сих пор, к моему удивлению, тема. Речь идет о вот таком вот выдирании звуков каких-то адских из гитары в контексте различных блюзовых фраз. Ну, к примеру, что-то типа вот такого. Ну, я, конечно, супер утрированно показываю, скорее выражено как-то вот в таком вот ключе. И видите, я еще сильнее передавил левой рукой, чтобы усилить этот нестрой. Вот, это якобы объясняется
тем, что музыкальный контекст требует того, чтобы вы вот так вот выдирали звуки из гитары, и это дает такой своеобразный вот душевный какой-то душещипательный эффект. Честно говоря, не знаю, что в этом крутого, по факту вы просто насилуете инструмент таким образом. А ведь смысл здесь в плане музыкального контекста заключается всего лишь в том, что нам необходимо нарочито умышленно продлить атаку у ноты, сделать ее более жирной, то есть вместо вот этого сыграть, допустим, можно более стаккатный такой звук. Вот, но ведь для того, чтобы добиться этого эффекта, мне не нужно выдирать вот этот вот звук адский из гитары. Мне нужно всего лишь включить мозг и изменить технику звукоизвлечения, адаптировать ее специально под эту задачу. Для этого не нужно продавливать струну вот так вот вниз. Это же просто будет адский нестрой. Нужно всего лишь сделать вот такое щипковое звукоизвлечение. И вот это. Новичкам может показаться, что в первом варианте звучит как-то мощнее за счет того, что струна адски лязгает. Но на запись этот лязг не добавляет какой-то душевности, он просто создает адский срач и кучу артефактов. А при нормальном звукоизвлечении я делаю фактически вот такое движение от гитары, но достигаю вот этого жирного звучания за счет того, что просто заранее загружаю медиатор и увеличиваю время атаки специально. Вот таким образом я вот эти вот блюзовые фразы играю так, что они и жирно звучат, и строят при этом. И для того, чтобы добиваться вот этого эффекта, мне не нужно дергать как какому-то непонятному дурачку вот так вот струны и просто, ну, разрывать их и насиловать гитару. Соответственно, вот это были основные такие самые безумные бредовые мифы, связанные со звукоизвлечением, атакой, высеканием и так далее. Я надеюсь, что после этого видео количество людей, которые начнут включать свой мозг, прежде чем слушать каких-то дурачков, будет гораздо больше. Всем отличного дня и хорошего настроения.